Копейский попугай прилетел в чужую квартиру и обматерил жильцов. В соцсетях сообщают, что Кеша залетел в комнату на третьем этаже дома 22 на проспекте Славы через открытую форточку. Жильцы сообщили, что он сразу своровал еду со стола, а потом матом покрыл хозяев квартиры. Теперь люди ищут владельца птицы, чтобы отдать ему пернатого. Видимо, кто-то из соседей выпустил попугая полетать по комнате, но забыл закрыть окно. И сквернословная птица улетела в путешествие.